сейчас охуеешь. Я, короче... За 150? Нет, да? Ну, на бедняк видел, мол, просто думаю, блядь, надо постричься на саму, постричься на ней. Захожу, просто как за шарабу, за 300 рублей. И типа за 4 минуты. За 300 рублей. Ну как? Ты за 4 минуты, прям, просто хуя. Все, свободно. 4 минуты. А в Барбере час. Да. Час. Очень Свисти! Свисти! Я не видела, что вратарь стоит там. Тебе лучше. Я разминала водички или вечером не вела. На первое место? А ты не сможешь сегодня уже сделать? Сейчас пойдут люди, подойдут. Вот смотри, съезжает. Можно играть. Полина, встали! А где он? Зеленый аут. Да, но она бьет вашего игрока. Куда он улетел? Вон он в кустах, здесь близко. Нам не знаю,
дать вот туда мяч. Ник. Не наш. Максай. Никулик. Никулик. Я могу тебе мяч дать, вот этот, чтобы не бегать. Никулин, клоун. Горишь, Дим, кто будет наш матч комментировать? Платон? Я на Пи. Пи? Пи 34 или Пи Дец? Я. Как согласилась? Я вчера ночью, я вспомнил, что у нас никого нет на этот матч. И пишу: Ян, привет. Лявчик, дай. Да, пожалуйста. Второй людям. Я написал: привет. Не хотела бы ты прокомментировать свой матч? Она написала: да, с радостью езжу. Я на Махнова не была. Она сказала: спасибо. Вот, то есть она тебе даже не написала привет, а написала: да, с радостью. Я думаю, что нет. Потом я посмотрел ее три влога в телеграм-канале, который потом. Мне не понравился второй, потому что он был крутиком. Я его быстро перематывал, но так думаю, что может быть что-то интересное. Опять вверх! Она играет в эту ночь? Петрова? Нет, вроде. Мне кажется, в прошлом году. Но она заявлялась, да, под конец заявилась. Лучшим решением было сегодня взять лосины. Я как раз сейчас в них. И, наверное, играть тоже в них буду. Аккуратней, пожалуйста. Какие семейства? У меня? А, у тебя? Не, не видела. Колготы мамины. Зима. А что, Феникс Атланта, две замены всего лишь? Стоит, пожалуйста, можно играть. Стоит он, Гудович и это. Ну, две. Ну, в принципе, у них все те. Не, ну да. Он рядом пролетел или нет? Нажимать? Да, просто мне показалось чуть дальше. Вчерашний наш последний момент, где мне надо было головой отбивать. Не помню. Это когда они чуть не... Может, в магазин пошла? Страна тебя. Зима в сердце, на душе стыжа. Знаю я, ой, что ты не только... Зима, все. Юль, давайте мне пирог, пожалуйста. Давайте, дайте, пожалуйста. Зима, все. Я бы еще, конечно, у Ника выпила чайку. Ник, я у тебя чайку попью. И я тоже. Допить, кстати. Ага, будем мы еще допивать за тобой. Нет, я забыл. Да. Он не остыл? Горячий. Я, ну горишь! Так что, Дим, кто, кстати, подтвердился? Вы едете, Юль, на Сочи, так, Сочи? Я еду, а там. В смысле, ты едешь? За кого ты едешь? Ну ты за правобережье. А, и работать что ли? Играть. Не играть? Я надеюсь, что Наташа. Угу. Лявчик, да ты не чай угадаешь, чем? С твоей любовью? С теми кружками, из которых он в Анапу не ехал.
включи, включи. С теми подружками, с которыми ты ездил. Подружки? Да. Причем не его, а мои. Зима в сердце. Надо сделать, как это раньше. Что было, типа 11 чемпионов мира, или как там, Италия, там какая-то чемпионы мира, где они сейчас, а Валера мы сделаем. Лере на подружке. Никитина, Лера на подружке. Что, взяла тебе эти свитки? Дима, возьми, пожалуйста. Лилин, возьмешь? Аккуратненько. Вкусный, кстати, вообще-то. Мне вам опять дали, как типа, подарок, да? Давай, брось, Маша, ставки. Это что, шиповник, что ли? Шиповник, нет? Запах такой. Это иван-чай. А? С малиной, с травкой, малиной. И игрушки добавлены сушеные. Грушки? Да. Груша. Груша сушеная. Ё-моё. Запах как у этого, как в садике. Ну, в садике из компота сухофруктов. Да. Я немножко грушу добавлю, чтобы маленькое. Что за бармен? Там не чувствуется запах от сегодняшнего дня. Я не горишь! Если такой солнечок. Какой? Сок? Плохой? Он был странный. Сначала... Нет, первую часть забыл. Короче, в конце тусили. Яна, ты, Максай. Мы сидели, ужинали с сыном, с этим рыбьем, ну, который... Из Спайсбойза? Повар. Мы сидели, вот мы его записывали на видео, чтобы он, типа, доказал, что он реально с нами. Ну, что ты... Вот, а потом мы его что-то спросили, сколько будет, если позвать его в гости. И он написал на смс-ке $1000. И мне почему-то в этот момент начали не хватило мяч. И мне показалось, что надо уши заплатить. Угу. Нет, не люблю. Нет, смотри. Хорош. Куда ты, наверное? Ой, я не вижу, там не знаю. Я не знал, что ли. Утонула сегодня. Ну ты же сказал мне.
У них своя заморозка, что ли? А? Ну, форму я сразу видно. Уже заморозка, не слышно. Белый аут играем. Что ли? Так, было касание. Говорят, что из них. Так кто, блин? Так, ворота же мягкие. 17. 17? Ого! Пенка, пенка. Вчера меня прям угу. Я думаю, что да. Команды торпеды. У них вот как будто бы издалека это буковка. Давай. Они вижу, может, там. Да, что? Это же не просто так, Юля. Она же в Буце не едет. Она придумает. В какую команду пойти? Мы не едем, да. У нас же мини-футбол. Все готовятся туда. Поэтому я расстроена. А? Нет, ну я к тому, что все силы и бабки туда направлены. Что еще раз? Когда последняя тренировка была, когда у нас было трое человек на этой атлетике? Чё? Ну нет. Он нам так сказал. Я не думаю, что он передумает, потому что... Омега же. ФТБ тоже. И ФТБ. Нет? Я вчера не сказал, что, блин, ну там реально никто не поедет. А ФТБ? ФТБ не берут. Почему? Я села в отпуск на
плачет. Да, да. Купи, я купил билеты. Не, ну я-то сдать их могу в любой момент. Че, чемпионатор синий будет? Чувак, да, не РПЛ. Будет, не будет следующего матча. Ты не переживай, мы спросим у Васи, готов ли он отдать чемпионат. Готов ли Вася что-нибудь? Так, мне веселый водовод. Охранник. Зима в сердце, на душе тень. Знаю я, что ты мне больше не нужна. Не, все, что ты хотел, все надо помочь! Шлепнуло бы уже. Зачем он здесь? Че, весь матч, Дим, посмотри? Хотели водовоз у тебя. Что еще раз? Потом видео посмотришь и можешь прийти потом извиниться, потому что там угловой был. Так, 23. Фалина забила. Елисеева, пас. Ой, Елисеева, да. Пас давал. Можно играть. 23. Ну нормально, он сюда может рассчитывать на эти средства денежные. А вы тут его будете. Зима в сердце. Юлечка, что там еще остался пирог? Много? Дай, отломай мне немножко, пожалуйста, а то жалко. Помню, что прошлое мы выкинули. Да, хорошо. Мяч в игре. Есть, Салют! Почему она отдачает? Давай, ладно. Хорошо, спасибо. Зима в сердце. Ого! Пока теплый, надо есть. Все, право, девочки, право, 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 еще. Внимание, все. Я вот так вот отломаю. Ник, с улицы. Смотрели драку Васи Васильева, он когда был судьей, он взял и ударил игрока. Почему? И там началась заваруха с ним. Вот там вроде еще раз. А почему он ударил? За что? Ну давай так, время чувака. Ладно, он. Кого ты больше всего не любишь? Не в женской лиге, нет. Ну, короче, шаурмист. Что еще раз? Шаурмист. Что это такое имя? Шаурмист. Какого шаурмиста? Стандартного. Чего? Стандартного. Которого вот есть команда, вот
Кого-то из Севуха, что ли? Да, да, из Севуха. Нет, ну, Дим, блин, ты можешь? Нет, короче, наподобие таких. Угу. Кстати, у Севуха нормально. Не, ну да. В первом сезоне вот у нас страшевали, потом одного забанили навсегда. Угу. Короче, вот, и к нему он начал докапываться, типа, из-за какого-то момента, и там на камере просто какой-то момент Вася уже... Я так понимаю, ему что-то, видимо, сказали, и Вася уже решил ударить. Стой, Ник, но он написал в комментариях, что была отмашка. Я же объяснял. Какая разница? Ты должен понимать, кому ты в ответ говоришь. Угу. Был бы русский, вопросов нет. Такого бы замеса не было. А тут они просто, блядь, брат за брата начали прыгать. А где вы его вообще нашли, Маша? Вот Никита это мне рассказывает, рассказываю я вам, как себя Никита вел тогда в суд. Я приезжаю, еще вообще не знал, что такое любительский футбол. И идет 88-я минута матча, Марк какой-то там непонятный фол дает или что-то в этом духе. И чувак просто с больными глазами на него, ну, практически налетает, начинает орать, что я тебе сейчас мудука. Кто, Никита? Да, Марк в этот момент останавливает матч, говорит, все, игра завершена. Ник там просто стоит, с ума сходит, а ему было, ну, наверное, 22 где-то. Что-то вот такое. Молодой горячий. Это животное из Леонид Марк. Ник, ну это было жестко. Я тогда помню, что ты был очень больно. Ну и про береги у него же такие же сравнения. Сейчас он судит женскую лигу. Да, да, но когда он играет, он же все равно справляется. Никита это? Да, да. Никита больной. Больной еще не судим. В анкете у него указано лучший друг Сергей Штук. Так чтоб же не псих, Фрой. Он много разговаривает, но нет. Лера, которая здесь уже второй год. Это смешно слышать. Я не слышал ни разу, чтобы он орал прям сильно. Короче, один раз его настолько проперло, что он даже после удаления минут 20 сидя на трибуне орал Хадынова. Да ему бы я тоже орала. Короче, нет, там так. И Серега тоже судит. Где Вася? Вася здесь судил, Вася его на. Скоро к тебе придет. Да не смешно. Вася судил мужиков, его оттуда, да, нашли? Его не нашли ниоткуда. Он просто типа писал иногда. А, да? Прикол. Ну он такой пофигист вообще. Ну, в принципе, ладно. Не, ну да, что хорошо. Ну если ты ему скажешь, он что-нибудь там тебе просто врежет. Момент? Нет. Ему не понравилось, что шла передача в штрафную, и вратарь забирает. Ну это понятное дело, он тоже прав. Вот, ну какой-то, конечно. Не, реально, какой-то, ну нет. Конечно. Окей. Я не остановила. Если мяч просто идет в штрафную, там ничего не будет. Ну так она бы далеко пробила, высоко. Она не особо-то высоко, она пробила с 3 метров, где она зайдет. Ты должна понимать, вот так, она могла, и я пошел, просто пошел, слушай, все, все хорошо. Дождь пошел? Все, девчонки, не забили? Не забили. Ты забили? Сейчас тоже пойду на этот матч. А там у вас был кусок пирога или нет? Никита, будешь мне голосовые сообщения записывать. Не знаю, спросил ее. Этот кусок пирога тут, да? Да. Есть? Есть. Пошел, не поверили. Они всегда не поверили. Надеюсь, без ветра, блин. Невкусный? Ну, когда нет выборов. Мне понравился. Типа ничего лишнего такой. Пресноватый чуть-чуть. А я и думаю, что... Ой-ой-ой-ой. Поднимите, пожалуйста. А, да, я тоже. 6. Ой, спасибо, что
покормили. Я сегодня ела из Додо, ел с ветчиной, курицей и сыром, как-то, как типа панини. Ой, понял, да? Понял? Булка такая, как чиабатта. Ел? Это кафе, маккафе нету? Не, раньше был такой чиабатта бургер. А, когда, блин, лет 10 назад? А сейчас чизбургер 60. 79, 70 рублей? 79. Охренеть. Да не, жестко. Причем раньше разница в чизбургере и в чикенбургере ее не было, по-моему. Они оба по 50 стоили. А сейчас курица дешевле. Сколько? Ника, что ты там припарковал свой велик? А вдруг что? А где моя бутылка воды, кто-нибудь видел? Мы видели только твою банку энергетики, которая валяется. Ну да. Это я услышала тоже. Вот осталось. Еще 15. А, вот она. Чуть капнула. Ой. Извините. Это любовное письмо. Там оставила тебе хоть немножко? Нет, конечно. Киньте в мусорку, пожалуйста. Я не знаю, есть. У Юли там была. Зима в сердце. Дай.
дальше разговаривать. Нам, зрителям, не очень интересно, что вы едите, пьете. Я открыла синий пол. А кто это написала? Наталья Москалева. Мама. Здесь целый день работает. Ага, еще молча, что ли, сидеть? Нам надо. Если нельзя говорить, иначе мы сядем. Рабочий процесс. Ну, во-первых, я вроде оператор. Поэтому снимаю. А разговариваю я по делу. О, дождь пошел. Начал капать. Накидывай вас тут все. Еще раз. Можно звук выключить, кстати? Если кому-то что-то не так. Ну, Филипп, ты первый должна Там тебе пожелали доброго вечера. Ты не ответил. Можно играть. Блин, Дима, вы зонт не брали свой? Дайте, пожалуйста, его. Брат, я хочу спрятать. Ты же туда пойдешь. Пока я здесь. Ну все равно. Вот пока ты, раз ничего не нужно, дай мне, я тебе потом отдам. Пожалуйста. Спасибо. Капает на камеру, ты понимаешь? Что говорила Аня Морозова? Аня Морозова. Чем надо дышать, чтобы дождя не было? Дышать чем? Не, я не помню, а я где был. Наши зрители сейчас закатят. Ладно, пока не перестала капать. Вау, мы даже идем вовремя. Так, Дим, как еще раз он открывается? Сильно тянуть надо? Ну, мне капает. На камеру капает, Дим. Не капает, нет. Малюсенькие капельки. Это слез. Зима. Да, мне все равно. Дим, ты откроешь? Хорошо.
Куда? Машина. А, ты ему номер с этого? Да, да. Вообще выносил в кости. Да, конечно. Зачем мне? А зачем так сильно выносил? Я хотел, чтобы подольше мяч, там секунду оставали. Ну да, я знаю. Ну мог бы просто вперед, далеко туда. Ну, в том-то и дело, вот видишь. Ой, у меня же есть... Так, где они? Они выйдут. Все пять мальчиков в лиге, я спрашиваю. Просто здесь ты знаешь. Да, знаешь, как он говорил? Он говорил, та, которая первый гол забила, отдала. Нет, вы просто с Лёхой Тимофеевым не работали. Вот я работала. Ну ты помнишь тот счет 15, который четвертый гол? Или на карточку показывал в прошлой игре ему неделю назад? Это классик. Это вот. Лёха просто его... Я на чуть не забила в пустые. Ник, ну как Васю подключить, чтобы ты приехал? Можешь позвонить? Спросите к Васе, я здесь. Мне надо взять. Сказать, может, у тебя спрашивают. Скажи, Вась, я хочу настраивать личную жизнь. Там 5. Теперь два? Ну, два, я думаю, будет. Если вдруг... Это же вроде вообще не... Да. Слушай, Дима, я сняла 5 матчей на ту карту, и 6 будет на второй. Типа, чтоб отдельно вторая лига и первая слишком. Это, если что, рабочий момент, это можно говорить. Есть мяч, девчонки! Есть мяч! Хотела спросить. А, сказать хотела, что ФТБ вообще как-то без настроек играет, поэтому... А? Да в смысле не фиксировал, что надо было сделать? Тихо!
Ого, это... Не-не-не-не-не. Что еще раз? А, на вид. Еще не играем, только по победу. Если ничья, можем прощаться. Главное не проиграть. У нас еще, пожалуйста, шаги. Трэш. Как-то не очень не порадовались.